Официальное открытие елочных базаров в этом году стартует 15 декабря. Об этом сообщает областное министерство потребительского рынка и услуг. Пока формируется карта мест продажи хвойных, у люберчан есть время подготовиться к покупке пушистой красавицы. Как же правильно ее выбрать? Сейчас расскажем. Не стоит спешить за елкой в день старта продаж, если хотите, чтобы она радовала глаз хотя бы до Рождества. Деревце, купленное в середине декабря, с трудом простоит до курантов. Так что лучше всего отправиться за пушистой красавицей за 5-6 дней до конца месяца. Не раньше, и днем. Перед покупкой елку нужно внимательно рассмотреть. В потемках это будет сложно. Начните со ствола. Это тот случай, когда размер имеет значение. Он должен быть толстым, а на месте среза должна остаться смола. Это признак того, что дерево срубили недавно. Обратите внимание, стоит и на цвет. Желтые пушистые красавицы не к лицу. Иголки должны быть ярко-зелеными и крепко держаться на ветках. На елочном базаре не место таблички «руками не трогать». Потрясти и распушить деревце, погладить ветки против шерсти. Проверить на осыпаемость потенциальную покупку нужно обязательно. Тест пройден? Доставайте кошелек. Раскошелиться на такую новогоднюю елку не жалко. Дарья Борисова, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.